Мое попадание в геометрию своеобразно тем, что попав на этот сайт и практически не имев опыта съемок, я сразу же превратился в такого универсального солдата. У меня сразу стали появляться съемки в темных клубах, на каких-то открытых площадках, на презентациях. Нужно было очень много снимать и очень быстро думать. За счет этого буквально за год мой уровень съемки поднялся до такого уровня, когда я мог уверенно идти на любую практически съемку и знать, что я могу принести оттуда стабильный, хороший результат, который понравится моим клиентам, моим заказчикам. Так вот, на мой взгляд, геометрия — это такой суперкрутой трамплин, который из обычного фотографа может сделать универсального солдата, готового к любым съемкам, к любого типа задачам, и он сможет их решить.